Уважаемые господа, любители моих маленьких роликов и книг, накапливаются все время вопросы, которые вы мне задаете. Довольно странные, иногда интересные, иногда не очень. Больше всего вопросов, что меня крайне удивило, пришло по поводу технологии точки ножей. Как это я так делаю, что потом можно ими резать, делать срезы от 1 там, до 10, ну и толще микрон. Точу я довольно просто, и вот специальный ролик вы можете посмотреть, в котором я показываю, как это я делаю. Ну, хотя бы в одной из 5 фаз, в доводочной. Для того, чтобы заточить нож, нужно, как вы понимаете, если у вас с большими повреждениями, то нужно пройти от более жестких, то есть более крупнозернистых камней, наверх, более-более мелким. У нас это заканчивается камнями, если говорить про японскую версию, 1500 и 3000 камнем, то есть самыми тонкими. Ну, а если говорить про американскую версию, то Арканзас. Ну, вот сегодня для примера я покажу, как затачивается нож. Это отечественный нож, микротомный, от большого микротома, который я буду затачивать на ваших глазах. Вот, собственно говоря, что делается. Микротомный нож, он делается из хорошей стали. Она может быть слишком колкая, но зато очень жесткая. Для того, чтобы точить, нам нужно создать необходимый угол фасетки, то есть края ножа. Для этого используется обушок опорный, который будет стачиваться вместе с ножом, поэтому надо следить за его новизной. То есть он должен быть достаточно новый. Он крепится специальными болтами, и здесь надо следить, чтобы эти болты были затянуты одинаково, иначе возникнет перекос обушка и возникнут проблемы потом. Значит, ну вот все готово. Теперь осталось этот микротомный нож, собственно говоря, заточить. Я не буду использовать грубые камни всю линейку, поскольку нож этот используется и, собственно говоря, требует только доводки. То есть это самое верхнее, самое точное. Да, заточка. Значит, ну вот я использую в данном случае старую веретенку, немножко загустевшую. Это неплохо. Ее можно петролейным эфиром чуть-чуть разбавить и размазать. Масло специальное для точки я обычно не использую. Ну а теперь нужно начинать точить нож. Как это делается? Меня учили микротомному искусству большие специалисты из еще старинной Германии довоенной. Поэтому я действую по их технологии. Как точится нож? Точится нож всегда лезвием вперед. Для этого мы ставим обушок на камень. В данном случае это настоящий Арканзас американский. И ставим обушок, опускаем нож. И таким спокойным движением проводим по камню. Дальше переворачиваем нож через обушок и опять тащим его на себя, соблюдая полное соприкосновение ножа с камнем. Делаем так. Обычно делается примерно по камню 10 раз. В этом темпе примерно. Не надо никуда торопиться. Нужно закалять характер. Вот. А после того, как вы проводите так 10 раз, то есть 10 циклов, вы переворачиваете нож и начинаете работать в другую сторону. То есть опять обушок на нож, нож сюда, на камень и в обратную сторону. Вот такими неспешными движениями вы постепенно доводите нож до нужного состояния. Ну, по мере точки нужно еще использовать кое-какие вещи. Нужно использовать микроскоп, то есть где вы под микроскопом просматриваете состояние фасетки. То есть так примерно за 1,5-2 дня вы вполне можете довести нож до необходимого состояния. Ну и перейти к тому, чем
я сейчас буду заниматься, а именно к изготовлению срезов. В данном случае у меня та самая минога, которая будет использована в календаре на следующий год. Кстати, его можно заказать. Это будет практический атлас мозга миноги, да и многих других органов. Так что пожелаю вам удачи в точке ножей. Дело не хитрое, но интересное. Понятно, что точка ножа – это дело сложное и требует известного навыка. Но те приемы, которые показал, они, собственно говоря, не исчерпывают всех способов заточки микротомных ножей. Но если возникнут еще дополнительные вопросы, то да, я расскажу о более тонких вещах, о точке на водяных камнях, на специальных наклеенных на бруски кусков кожи, смазанные специальными абразивами. То есть существует масса тонкости. Если понравится и будет интерес, я расскажу. Теперь перейдем к другим вопросам. Меня спрашивают о том, как я отношусь к выступлениям некоторых криминальных журналистов и просто журналистов, которые между собой, довольно странно, обсуждают достоинства и недостатки мозга Ленина. Выглядит это крайне смешно и очень, скажем так, малограмотно. Обижать я их никого не хочу. И, как вы знаете, с популяризаторами науки в дискуссии никогда не вступаю. Потому что бесполезно разговаривать, например, с постельным клопом. Он все равно тебя не поймет. Но, тем не менее, я должен ответить на вопрос, поскольку они приходят. Вот есть книжка, предыдущее издание «Изменчивости и гениальности» и последнее издание «Изменчивости и гениальности». Если вас интересует, что конкретно было найдено в мозге Ленина, и какие исследования проводились, то обращайтесь к этим книгам. Там я подробно, со всеми деталями, тонкостями, ссылками на документы исторические, я подробно рассказываю. Не слушайте популяризаторов науки, которые не обладают достаточными знаниями и берут свои материалы неизвестно откуда. То есть, видимо, от таких же популяризаторов. Теперь несколько комментариев, которые были сделаны во время моего кратенького экскурса в историю откровения бледной поганкой. Ну что ж, посмотрим на то, что мне писали господа слушатели и читатели. Они писали, что симптомы другие, а симптомы никто не рассматривает. Симптомы – это для бабушек на заваленке. Что объективно-то известно об отравлении? О том, что сахар упал. Это, да, подтверждено биохимическими показателями. Интересно, с какой целью падает сахар при отравлении боевыми отравляющими веществами? Это очень смешно. Этот факт был зарегистрирован и придан гласности. Значит, блокаторы известной ацетилхолиностеразы, то есть ингибиторы ее, если быть точнее. Они известны? Да, известны. Функции их бледной поганки это есть? Есть. Катаболизм этих ингибиторов потом дает похожие с боевыми отравляющими веществами химию? Да, дает. Ну и последнее, так сказать, цветочек или ягодка на этом торте глупости, это вопрос с печенью. А где наш известный пациент лежал? И с чем у него были проблемы? При тяжелых отравлениях бледной поганкой это кончается полным разрушением печени и только трансплантацией. Но если доза была небольшая, то вся симптоматика, которую так любят гомопады, то есть те, которые ничего, кроме своего айфона, айпада, не знают, вполне вложится в ваш симптомокомплекс. Поэтому, если вы уж ругаете меня или комментируете, то вы все-таки раздвиньте уровень своего образования хотя бы за рамки популярных статей таких же безграмотных блогеров. Больше, собственно говоря, таких серьезных-то вопросов нет, если не считать то, что некоторые из слушателей моих фильмов пошли моим путем греха, а именно они поехали в Юрьев Польский, и там купили сыр, за что принесли мне большую благодарность. Многим понравилось. Там есть пара сортов выдержанных сыров,
которые обладают выдающимися способностями. Я нашел еще одну такую же замечательную местность, где выращивают коров и делают потом из их молока различные сыры. К сожалению, владельцы этого учреждения, несмотря на то, что там целый комплекс развлекательный, были не в восторге от моего предложения снять их драгоценные сыры, поэтому показать я вам ничего не могу, но могу дать направление. Где-то между Кольчугино и Александрово вы найдете это замечательное место. Там есть вывеска, и там торгуют сырами. Сыры, кстати говоря, блестящие, что нельзя сказать о характере сыроваров и сыроделов. Поэтому, к сожалению, картинки я вам показать не могу. А сыр с удовольствием ем уже вторую неделю. Советую вам присоединиться к тем удовольствиям, которые испытываю я. Надеюсь, что теплые деньки еще продлятся, и мы с вами сможем записать ответы на вопросы в благоприятных условиях, а не в студии. На этом до свидания.